Первое зарубежное представительство экспортной страховой компании «Казахэкспорт» открылось в Казани. Теперь его деятельность охватит не только Татарстан, но и соседние регионы. Например, Башкортостан, Самару, Орск и другие регионы Российской Федерации. О работе зарубежного филиала в следующем материале. Компания «Казахэкспорт» работает, чтобы поставки казахстанских товаров за рубеж росли, а отечественным предприятиям оказывалась финансово-страховая и другая помощь. Теперь ее представительство появилось и в Татарстане. О необходимости увеличить товарооборот между двумя странами с 700 миллионов до 1 миллиарда долларов говорил некогда и Нурсултан Назарбаев. Специалисты уверены, поможет в этом зарубежное представительство. Зарубежное представительство мы открываем первое сегодня здесь, в Татарстане. Всего их планируется открыть 11. Его главная задача – это обеспечить обмен информацией между предпринимателями, которые находятся здесь, на территории Татарстана, и заинтересованы, либо у них может появиться такой интерес по покупке товаров из Казахстана. К слову, деятельность представительства охватит не только Татарстан, но и такие регионы, как Нижегородская область, Башкортостан, Орск или Самару. А партнерство на местах позволит наладить оперативное взаимодействие с предпринимателями и банками, да и изучить потенциальные рынки сбыта для казахстанской продукции. Много у нас проектов в работе, и мы планируем, что объем контрактов, которые мы поддерживаем по экспорту товаров, работы и услуг, составит порядка 1 миллиарда долларов. Отмечу, сегодня на российский рынок из Казахстана поставляют медикаменты, чай, продукты питания, медицинскую технику и многое другое. Казахстанская страховая компания готова оказать поддержку экспорту, проверить надежность зарубежного партнера, а главное – дать ту самую уверенность, в которой, рискуя, нуждается каждый предприниматель. Жанна Арбулатова, Хабар 24, Казань, Татарстан.